Парадинушка встречать, а Миха Потапыча все нет. Куда же он запропастился? Столько времени прошло. Уже можно было дважды вернуться. Может, я за ним скажу? Ой, куда-то я пришел. Миха Потапыч, ну что ж ты так долго? Я уже волноваться начала. Потапыч, а Потапыч, а где письма? Какие письма? Царям не положено письма разносить. Каким царям? Обыкновенным. Я известный в мире царь, я Потапыч государь. Шапки все свои долой, с непокрытой головой предо мной все предстаньте. Почему вы собрались? Что? Еще не подрались? Почему опять смеетесь? И откуда вы, скажите, не беретесь? Где почтение ко мне? Главный царь на земле. Без меня вы никуда. Ваши просьбы ерунда. Самый лучший в мире. Свежепойманных вещей. Эй, вы дети, поскорей! Песни помойте! Смотри меня! Я известный в мире царь. Я Потапыч государь. Предо мною вы предстаньте. Я великий. Снеговик, чего это вы? Это Потапыч, ты чего? Мне бы во дворец надо. К сапожнику или к царевичу. Да я, кажется, все понял. Я где-то про это читал. Евразия, амнезия, амнезия, кажется, называется. Потапыч, вот ты шел, подскользнулся, упал и ударился. Мишенька, миленький, ты главное успокойся, не волнуйся. Ты вот скажи, вот как на почту ходил, помнишь? Ну, ты шел за письмами на почту, а потом подскользнулся и упал. Да не падал я же царь. Я гордо так стоял, никого не трогал. А тут сапожники налетели, давай садовником меня обзывать. А я же помню, что я царь. Да. Так вот что, Снеговик, ты беги на почту за письмами, а я попробую с Дедом Морозом связаться. Может, он знает, как с этой проблемой справиться. Может, мне телефонистка Сорока весточку на хвосте принесет? Thank you.
Здравствуйте. Мне нужно срочно связаться с Дедом Морозом. Одну минуту. К сожалению, абонент Дед Мороз находится вне зоны доступа волшебных сетей. Попробуйте перезвонить позже. Ты, трясогузка, как в царских палатах разговариваешь? Да что же это такое? Оскорбляют хулиганы. Прямо на рабочем месте. Как можно работать? Звонят, балуются. А ежели вот кому доктора вызвать, тогда нас и не дозвониться. Я вообще отказываюсь работать в такой нервной обстановке. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Так, почему посторонние во дворце? Где царевич или как там его королевич? А ты кто будешь такой? Все понятно. Снегурочка, ну я побежала. Потапыч, а ты, Потапыч, не будем. Тебе вот сейчас поспать надо. Глядишь, и голова в норму придет. Полегчает. И все же, где же наш дедушка? Какой еще дедушка? Я вот думаю, где мой камердинер, повариха, слуги, холопы? Чаю мне с малиновым вареньем и плюшки. Хорошо, Мишка, идем, идем. Плюшки. Плюшки, плюшки, бочка меда, все, что хочешь. Лобстеры. Плюшки. Плюшки, ладно, хорошо. И где же наш дедушка?